Владистанская братва, родные владистанцы. Сегодня отличнейший настрой, потому что подзавезла контента нам Светлана Рикошет. Новости недели, 14-й выпуск. Шишка, как говорится, дымится, лайкосок завозится. Вот, да, срыв моего у меня, конечно, все балдежно. Ребят, это гениальный танковый контент, поэтому наслаждаемся, кайфуем. И лайкосики завозим, конечно же, сразу. Вот, Светочка, я уверен, нас порадует, поэтому настраиваемся на позитивную волну, на рофлы и... Let's go! Это будет здорово, хорошо. Здорово, кореш. Если лайк мне не впоришь, ты мигом услышишь? Тю, Вася, ты шо гонишь? Ты же знаешь, с тетей Светой шутки плохи. На Светлану не подписаны лишь лохи. Чтоб уехать в Китай, ты должен много трудиться. Тренироваться, чтоб затем с сильнейшими биться. Пройти и радость, и боль в самом жестком виде. Если ты только не Нидин, зов яркий, как радуга. А вот Нидин бы смог не сыграть в кармах, не сыграть в мерках и в итоге поехать с победителем в Китай. Изи! Но уплывает в дальтоника. Ведь это была цитата дальтоника. Клумба на чифе расставил все точки. Но для клумбы это цветочки. Я Бладьку за честность любила всегда. Вы скажете, ебать ты лох. Я скажу, ну бля, да. Тетя Света, как всегда, толкает по факту, правду по в массы. Кстати, разработчики педа... Куда второй лайк завозить? Ты охренел? У меня прямой эфир. Куколка, привет. Без тебя не справимся. Мы тут с дырчиком кое-что сделали. Нужна твоя поддержка. Хорошо, я что-то придумаю. А выпуск без... Новый рэп-коллектив появился на радаре. Кучу новых эмоций он скоро нам подарит. Это будущие звезды, если верить слухам. Музыкальная группа с названием «Вуха». Нихера, там прям Петрович Шумиков, это группа Вуха. Мы с Лехой очень ждем твой лайкос, братуха. Качай башку, и когда мы стелим на биток, особенно когда читает мой сахарок. Всем здорово, я залетел на биток. Не нравится наш рэп? Нюхай бэбру, фраеру. Наш дуэт уже звучит в твоей тачке. Для тебя есть пару песен в заначке. Все, что нужно, без лишних вопросов. Собрать для нас 20к лайкосов. И тогда мы снова застелим. Сейчас впервые речь шла не о постели. Всем нашим фанам, ни пера, ни пуха. Это группа Вуха. Это группа Вуха. Запомни скорее, братуха. Это группа Вуха. Бля, как же это... Всем нашим фанам. Ни пера, ни пуха. Талант для вас, согласитесь. Это группа Вуха. Это группа Вуха. Запомни скорее, братуха. Это группа Вуха. Это группа Вуха. Это группа Вуха. Это группа Вуха. 20к лайкос. Петрович Шумиков. Бля. Однополый союз украл все время эфира. Но вы поддержите Петровича и Бритого Нира. И тогда мы снова что-то замутим. Чмокаю всех в щечку, прощаться не будем. Бля, насколько же человек реально, не побоюсь этого слова, талантлив. Ну, типа, согласитесь, что это один из самых топовых контентов на танковом ютубе. Ну, это охеренно. Вот это творчество. Вот это творчество в прямом своем проявлении. Поэтому, ребят, поддерживаем подобный контент, чтобы он появлялся все чаще и чаще. Ссылочка на в гости, конечно же, в описании. Лайкосом насыпьте, там подписочки. Сами помните, да, что было Светочкой сказано. Вот, для Светланы ничего не жалко. Я лично доволен. Трекчанский, как говорится, огонь. Группа Вуха. Офигенное название. Вот, друзья. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого выпуска. Я надеюсь, вы кайфанули, вам понравилось. Если это так, вы знаете, что делать. Вот, подписочки, там все дела, колокольчики. И вот это вот по колокольчикам ударь, да. Вот, ребят, спасибо огромное за просмотр. Удачи вам. Бэ-бэ.